Доброе утро, дорогие мои друзья. Наводнение в Реккендорфе. Реккендорф. Наводнение. Доброе утро, дорогие мои друзья. В Реккендорфе наводнение. Посмотрите, как все затопило. Стадион в воде. Ворота в воде. Берега в воде. Сейчас мы увидим со стороны на мост. А, поезд. 9:15. Должен приехать поезд. Сегодня вторник. Смотрите. Как залило вся. Там пивзавод Реккендорф. Вот так, дорогие мои друзья, Реккендорф заливает каждый год. Я здесь живу уже 4 года, и каждый год, вот, середина декабря, они спускают шлюзы в воду, да? Там бобер был. Ай, жаль, я упустил бобра. Я видел его хвост. Ну и теперь все. Где он? Кто его знает. В общем, спускают шлюзы. Они, наверное, специально их спускают, чистят свои пруды. Карпы они рыбу разводят. Да, бобер был. А теперь где он? Да, воды очень много. Ой, да. Беженец из Украины. 4,5 года в Хайме. 50 человек. Только один я. Русскоговорящий белый, а? Арабы и черные. Удивительно, где русскоговорящие? В Баварии живут. Да, один. Да, тяжело беженцу жить одному в Хайме для черных и арабов. Ну что ж, дорогие мои друзья, Реккендорф. Это Реккендорф. Наводнение в Реккендорфе. Хорошо, идем домой, дорогие мои друзья. Идем. Все хорошо.